Я четырежды раненый был. Четырежды. Ни одна пуля меня тело не проникала. А вот шинель, допустим, летом скат через плечо, все прострелено. Шинель зимой, левый пол совсем отвалился. Вот между ног вот так пули проскакивали. Одни осколки мне поразили. Подполковник, фронтовик, участник освобождения Западной Белоруссии в 1939 году Иван Краснов прошел Великую Отечественную войну от начала до Орловско-Курской дуги, где в марте 43-го подорвался на противопехотные мины. Иван Матвеевич вспоминает, как в сентябре 1938 года был призван в ряды Красной Армии. Проходил срочную службу в мотострелковом полку пограничных внутренних войск НКВД. Сначала в Ростове-на-Дону, затем в Республике Беларусь и Литве. Нас посылали, что мы так на усиление перед праздником внутренние службы несли. Караульные, патрульные, охрана, Сбербанки, Госбанки разные. В ночь с 21 на 22 июня 41 года Иван Краснов вместе со своим подразделением, к тому времени он уже был командиром взвода, заступил в наряд по охране Госбанка столицы Литвы, Вильна. В 5 часов утра раздался гул немецких самолетов. Надменно, нахально. Земля дрожала, 60 самолетов над головой летят. Потом 90, еще больше. А они загружены были бомбами. Бомбили Киев, там, Минск и так далее. И возвращались обратно. Обратно уже быстро. 23 июня, вспоминает Иван Матвеевич, поступил приказ двигаться к оборонительному рубежу сосредоточения полка в город Себеж Калининской области. Шли пешком. Но не успел полк занять огневые позиции, атаковали немцы. И не успели закончить окопы, эти уже мотоциклисты-разведчики немецкие пришли. Штук 20 или 30. Ну, наши танкисты были на ходу. Они, им не нужно окопы закрываться пока. И они там дали шорох. Очень много побилось мы. Штук 10 или 15 еще. И горело, дотла. Взрывались эти бензиновые баки. За ним танки пришли, и танки вышли обратно. 2-3 дня держали оборону, но затем под натиском фашистских войск полк вынужден был отступать на восток. Ожесточенные бои с противником вели в деревне Хлебониха Псковской области и под Оржевом. Несколько раз в день им приходилось переходить в контратаку. Окоп сделали чуть-чуть, потом опять встать, контратака. Танки ушли, а пехота осталась, мы их гнали. Опять 800 метров, километра полтора-два отгоняем. Приходят танки, нас гоняют обратно. Под Ржевом я заколол 2 немцев сам, своим штыком лично. Это пулеметчики были, у них боеприпасы кончились, начали удирать. Плохо бегали. Я одного сразу воткнулся мы так в спину, второго догонять, а он уже успел уже 15 метров убежать. Я его догнал и этого. Когда более половины командного состава были убиты или ранены, поступил приказ выходить из боя в глубокий тыл для переформирования. Взвод Ивана Краснова оставили для прикрытия отхода войск на заслон. С заданием они справились, войска успешно дислоцировались, а сами оказались в окружении. В неимоверно трудных условиях, в непосредственной близости врага, без продуктов питания, обессиленные, они пробирались лесами и по берегу Волги к своим. Только через неделю они вышли к подмосковному городу Дмитров. Моих бойцов уже отправили на пересыльный пункт. И меня тоже самое. Я попал в другой полк. Алферово, Волоколамский район. Там дали мне взвод. Днем роем окопы делаем. Делаем огневые точки. Ежи устанавливаем. Ночью меня посылали постоянно в разведку. Октябрь 1941 года для Советского Союза был сложным месяцем. Немецкие войска наступали по всем направлениям. 4 октября захватили Киров, 6 октября пал Брянск, 14 Калинин. Стабилизировать оборону на дальних подступах к столице не удалось. Немцы стремительно приближались к Москве. 16 октября 1941 года началось первое контрнаступление. Подготовлено было очень хорошо, подготовлено. Но не хватало только разведданные. Они, немцы, самые под Волоколамском, все танки зарыли в землю. Использовали как огневые точки. Продвинулись наш полк, 5-6 километров, не больше. Дальше не получилось.
И к концу дня меня ранило осколком. Ранение было несложным, пострадала кисть левой руки. И уже через неделю Иван Краснов вновь вернулся на фронт. В этот раз он был направлен в распоряжение командующего артиллерией Западного фронта генерал-майора Говорова на Можайскую противотанковую линию обороны. Положение войск оставалось исключительно тяжелым. На фронте от Московского моря до Калуги в составе Западного фронта насчитывалось лишь около 90 тысяч человек. В этих условиях командование фронтом стремилось прочно прикрыть важнейшие направления, ведущие к Москве – Волоколамское, Можайское, Малоярославецкое и Калужское. Командир стрелкового взвода Иван Краснов вместе со своими подчиненными занял 3 населенных пункта и прикрывал Можайско-Гжатское направление. С 4 на 5 началось контрнаступление 2 под руководством Жукова. Ну, хорошо было подготовлено, хорошо организовано. Нас пехоты поддержали и справа, и слева артиллеристы. Они перегрызли огнем, как дадутся, мы так, и сразу освобождают дорогу. Немцы уже побиты, все, убежали, ушли, и битых остались сотни. Морозы были сильные, они в окопах замерзали. В пилотках, накрыто сирийским платком. 11 декабря Иван Краснов снова получил осколочное ранение, в этот раз в ногу и руку. После излечения в госпиталь в январе 42 года Иван Матвеевич принял командование стрелковой ротой в составе 16-й армии генерал-майора Рокоссовского. В это время армия вела наступательные бои на Гжатском направлении. 22 февраля, накануне годовщины создания Красной армии, поступил приказ взять село Черныши на Калужской области. Зима, снег вот так, по пояс. Без артиллерийской подготовки. Вот, вышли из леса, лощину прошли. Тут уже поле, плац здесь полное, ровное место. А вдали село. Как начался шаропнение, третье ранение осколком. Здесь, в поясничной области, позвоночник не разбито, но задето. Командир батальона дал команду отступать. И я остался на поле боя, остался. Рота отступила. Как только кто появится, так же шаропнель. Я лежал, мне занесло, снегом занесло. Я в крови весь. Если бы еще там полчаса, я бы замерз бы. Когда уже потемнело, мои солдаты на пласт палатки оттащили к лесу, к повозке, отвезли меня в медсанбат. После излечения в полевом подвижном госпитале в городе Тула Иван Краснов был направлен на курсы усовершенствования офицерского состава Западного фронта и уже в июле 42 года принял командование батальоном. Вдоль большой реки Болва у города Киров Калужской области батальон несколько месяцев держал оборону на широком фронте, после чего вместе с дивизией батальон был переброшен в район Орловско-Курской дуги. Одно из серьезных сражений произошло в марте 43-го в селе Букань Орловской области. Деревня переходила из рук в руки 8 раз. Основным препятствием для солдат Красной армии стало то, что немцы установили огневую точку на колокольне храма. 13 марта Иван Краснов подорвался на противопехотной мине. Пошел проверять, как расположены роты, взвода, огневые точки. Наступил правой ногой противопехотной мины. Меня поднимает на 1.5 метра. Вверх бросает 3 метра в сторону. Едва ли кто живо остается. После длительного лечения Иван Краснов хотел вернуться на фронт, но не пустили, как имеющего 3 и более ранения. Работал в штабах и в управлении статистического учета Министерства обороны. После войны служил заместителем военкома сначала в Серебряно-Прудском районе Московской области. В начале 55 года был переведен в Щелковский военкомат. За долголетнюю службу в вооруженных силах страны и участие в Великой Отечественной войне Иван Краснов был награжден многими орденами и медалями, самые значительные из которых – 2 ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Красной Звезды, 2 медали за боевые заслуги, медали за оборону Москвы, за боевые действия на Орловско-Курской дуге, за победу в Великой Отечественной войне. В 2008 году Московская областная ветеранская организация присвоила ему звание «Почетный ветеран Подмосковья». Игорь Поляков, Галина Хлацова, телерадиокомпания «Щелково».